Ивана Купала – народный праздник древних славян, посвящен летнему солнцестоянию. Денис, вот ты отмечаешь этот праздник? А хочешь? Зря ты так сказал. Вот мы и переместились в село Казинка Грайворонского района, чтобы прочувствовать атмосферу этого праздника сполна. Как видела вдовушка, три месяца ясных, как и в старину, главный атрибут для девушек в этот праздник был сарафан и венок. Ну что, подружка, пойдешь сегодня с нами на речку погадать на суженого? Смотри, какой мы красивый тебе венок сплели. Какие традиции были на Иванов день? В этот день и старый млад собирают травки. Кто-то для лечения, а кто-то для гадания. В этот день ломали березовые венички, чтобы побить в баньке березовыми веничками. Считалось, что тоже ж лечебная сила. А давайте-ка поиграем, давай водой поплескаемся. А вот на кого водица попадет, тому в этом году счастье будет и, может, суженого найдете. На Ивана Купала было очень много игр. И вот одна из которых, самая любимая была у молодых девушек и парней, это игра, когда заводили хоровод, а неженатый парень должен был бегать по кругу и догонять девушку. И когда он ее догнал, она как бы должна согласиться на поцелуйчик. Когда разорвали Еще с давних времен в этот день было принято разжигать костры, водить хороводы и даже собирать росу. Это необыкновенная роса, она обладала волшебной силой. Этим собирали рушничками, потом этими рушничками укрывали больных детей или больных бабушек, а иногда даже лечили скот. Три молодца красных, да молодых неженатых. Ой, девки, на судьбу погадаем? Да. Давайте ножки бросим, да поглядим, куда он поплывет. К чужому берегу, а может к своему. Наши предки были уверены, что в это время лешие, русалки и водяные выходят на охоту. Конечно, это все суеверие. Не обязательно ехать на речку, чтобы отметить Ивана Купала. Обливаться можно дома и даже на работе. Юлия Рожкова, Денис Кобыч. Такой день на Мире Белогорья. Миша, прости меня, пожалуйста.